вечер, дорогие друзья. На сцене Государственный камерный оркестр Республики Мордовия. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Мордовии Евгения Щербакова. Программу сегодняшнего вечера открыла увертюра к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Любовь и музыка – два чуда в нашей жизни. Наверное, ничто не вызывает столь сильных переживаний у нас, как всепоглощающая любовь и прекрасная музыка. Для кого-то любовь стала музыкой души и сердца, а для кого-то музыка стала настоящей любовью. Любовь и музыка неразлучны. И позвольте напомнить строки Александра Пушкина: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и она мелодия». Сколько величайших мелодий любви было написано за историю человечества. Это светлое, высокое, радостное чувство вдохновляло многих композиторов. Когда композитором движет любовь, он создает бессмертные шедевры. Ну а кто вдохновляет композитора? Конечно же, муза. Она дает мощный импульс к творчеству. Вспомним великие истории любви Роберта Шумана и Клары Вик, Фредерика Шопена и Жорж Санд, Михаила Глинки и Екатерины Керн, Ференца Листа и Марии Дагу. Влюбленный человек во всем видит романтичное и прекрасное, а зарождение чувства подобно восходу солнца. Оно столь же красиво и величественно. Йозеф Гайден, струнный квартет «Восход солнца». Thank you.
Иоганн Штраус. Тост графа Орловского из оперетты «Летучая мышь». Солист, заслуженный артист Республики Мордовия Вячеслав Запков. Thank you.
Альфред Шнитке. Полька. Исаак Шварц. Мелодия белой ночи.
Классика в стиле диско. Вокалист, солистка, народная артистка Республики Мордовия Елена Алышева. Oh,
Уважаемые мужчины, вопрос к вам. Как без слов можно высказать женщине свое восхищение, свою симпатию, свою любовь? Ну, смелее. Все молчат. Намного все просто. Достаточно подарить прекрасный букет цветов и с его помощью высказать свое нежное отношение, особое отношение. Так цветы стали постоянным спутником в жизни великого русского композитора Сергея Рахманинова. Однажды после концерта ему преподнесли огромный букет белой сирени. Ни подписи, ни открытки, ничего говорящего о дарителе, лишь благоухающий свежий букет цветов. С того времени, где бы ни выступал композитор, в какой бы стране он ни находился, ему все так же дарили сирень. Она сопровождала и украшала его концерты, комнаты в гостиницах, и каждый день рождения ему домой приносили все тот же белоснежный букет. Но а наш сегодняшний вечер украсит букет цветов из Ниццы. Музыка Дениш Будей, русский текст Людмилы Глазковой. Поет Елена Алышева. Гюбер Жиру. «Под небом Парижа». Солист Станислав Богачев.
Генри Манчини, Джонни Мерсер, «Лунная река» из кинофильма «Завтрак у Тиффани». Жорж Гарваренц, Шарль Азнавур. «Вечная любовь». Солист Александр Сергеев. Туман, туман,
памяти моей, чем больше дней, лучше рано в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова твои и слезы наконец, приют для всех, уже прожит их утех. Только раз цветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но оживет потом, и все вернет блаженный летний зной. Вечный летний сной, вечная любовь, живут, чтобы любить до слепоты и до последних дней. Одна лишь ты, жить тебя, одну тебя. Мариа Таккато.
называют самой любящей и искренней парой нашей страны. Любовь композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова сама по себе легендарна. Не каждому дано прожить вместе 64 года и по-прежнему смотреть друг на друга влюбленно и полными счастья глазами. Они познакомились в мае в студии детского вещания на Всесоюзном радио. Тогда они и подумать не могли, что за последующие десятилетия они создадут огромное количество настоящих шлягеров и культовых композиций, среди которых настоящий лирический хит Пахмутовой и Добронравова «Песня «Нежность». В истории этой песни есть два невероятных факта. Во-первых, премьеру песни ждал полный провал. А во-вторых, Александра Николаевна категорически отказывалась отдавать эту песню в кинофильм Татьяны Лиозновой «Притопали на Плющихе». Первоначально эта песня вошла в цикл «Обнимая небо», который был посвящен летчикам и космонавтам. Но все же эта песня стала ведущей темой кинофильма «Притопали на Плющихе». Морис Жар. Вальс из кинофильма «Доктор Живаго». Thank you.
Эрнесто и Джамбатиста де Куртис. «Вернись в Соренто». Солистка Светлана Лапицкая. Виртуоз и композитор Никола Паганини – фигура загадочная, странная и магнетическая. Его игра вызывала триумфальный успех, но особый восторг она вызывала у прекрасной половины зала. Дамы слетались на концерты маэстро, как мотыльки на огонь. И это лишь подогревало фантазию Паганини. Мелодия, одна красивее другой, выходили из-под его пера чуть ли не каждый день. Но у него была главная любовь всей его жизни, о которой он говорил. «Ты сделала меня несчастным, лишила беззаботного золотого детства, украла мой смех, оставив взамен страдания и слезы. Сделала пожизненно своим пленником мой крест и моя радость. За талант, дарованный мне свыше, за счастье обладать тобой, я заплатил сполна». Кому же предназначались эти слова? Конечно же, чародейке-скрипке, которая владела им безраздельно. Никола Паганини, саундтрек к кинофильму «Паганини. Скрипач дьявола».
Ллойд Вебер, дуэт из мюзикла «Призрак оперы». Любовь и музыка чудесным образом преображают каждого человека. Сегодня звучали замечательные мелодии любви. Я смею сказать, что практически все искусство посвящено любви. «Будь моей любовью», — говорит Николас Бродский в своей песне. Именно она завершит этот вечер.
Государственный камерный оркестр Республики Мордовия. Художественный руководитель Евгения Щербакова.